Важное событие в сфере Тверского высшего образования состоялось в этот четверг. В региональном филиале Российского государственного университета имени Косыгина состоялась защита магистерских диссертаций по археологии. Приглашение принять участие в дискуссии принял и сенатор от Верхневолжья Владимир Лукин. Подробности у Романа Быкова. При том, что в Твери есть сразу четыре вуза, эту защиту магистерских диссертаций можно назвать исторической для Верхневолжья. Ведь речь шла о работах, посвященных археологии. А с преподаванием этой дисциплины в нашем регионе до сих пор проблемы. В Твери магистратура делает первый выпуск сегодня. Ну а по археологии и в нашем главном университете, классическом университете, тоже пока вот археологическая специализация не открыта. А мы сегодня уже выпускаемся. Среди тех, кто принял участие в научной дискуссии, и сенатор от Тверской области Владимир Лукин. Историк по образованию, он давно интересуется Великой Отечественной войной. Осенью 41-го его отец попал в Вязьминский котел, а это было недалеко от Калининской земли. По приглашению наших археологов, федеральный политик выезжал на раскопки, идущие на местах боев. Когда мне было предложено поучаствовать в дискуссии в связи с написанием двух работ, связанных с раскопками, я с большим удовольствием согласился. Познакомился с этими работами и нахожу их очень хорошими и важными. Всего 11 марта прошла защита 7 работ, которые охватывали самые различные пласты истории нашей Родины. От уже упомянутой Великой Отечественной до античных поселений Северного Причерноморья. Одна из диссертаций была посвящена такой малоизученной теме, как фатьяновская культура. Такое своеобразное белое пятно в археологии. Интересная культура, неизвестно достоверно, откуда они здесь появились, куда они впоследствии исчезли. Но та культура, которую они несли, искусство, обработки, действительно заслуживает внимания. Никита говорит, что обязательно продолжит исследование фатьяновской культуры, цивилизации, существовавшей в 3-м тысячелетии до нашей эры на огромной территории. От нынешних Тверской области до Татарстана. И успешная защита магистерской диссертации ему очень поможет. Ведь теперь Никита настоящий профессиональный археолог.